Как жизнь? Очень хорошо. Очень хорошо. А почему так? Что, почему так? Почему очень хорошо? Почему? Потому что Да. хорошо. Ну, Ну, это я всегда. же, если вот я счастливый человек, занимаюсь своим делом, то как у меня могут быть еще дела? Конечно же, очень хорошо. А, ну это да, это правильно. Тут я с тобой согласен. Тебе нравится, чем ты занимаешься? Конечно. А чем, если не секрет? Я радиоинженер и все время работаю по специальности. Ага. А где учился? Харьковский институт радиоэлектроники. Хера, что ли? Да. И училище военное радиоэлектроники авиационное, Это которое на а где это было? Клочковской, там где самолет, памятник погибшим летчикам по вине офицеров РТО, радиотехнического обеспечения. Понятно. А живешь где, на Салтовке? Нет. Нет? А чего не на Салтовке? Потому что они на Салтовке. Не знаю почему. Вот такое мое упущение. Надо переезжать на Салтовку. Может, и надо, а я думаю, что нет. Салтовка не резиновая. А ты откуда? Не видишь? Что нет, не вижу. Не видишь, откуда я? Нет, абсолютно. Ну, тогда. Я отовсюду. Я понял. Ты на Салтовке сейчас. Думаешь? Ну, я ж спрашиваю тебя, что ты боишься-то? Нет, я не на Салтовке. Не на Салтовке. Ну, не на Салтовке, так не на Салтовке. Вот. Тут тобой организация заинтересовалась. Говорят, Слушаю, вот да. говорят, тут твое изобретение популярностью пользуется. Это еще просто они не все знают. Там у меня такие интересные вещи есть. Вообще класс. Ой, смотри, с такими изобретениями можешь себе здоровье подпортить. Я понял. Я думаю, что лучше быть счастливым человеком, так сказать, чем жить на коленях, там бояться кого-то. Можно жить, Я можно думаю, жить что и быть. подпортят, может быть, подпортят те, кто там захотят мне подпортить. Кто его знает, как оно там, карта ляжет, согласись со мной. Ну да, ну точно. Тоже ж может быть, правильно? А что такое изобрета жуткого? Послушай, ну, оно тебе надо. Мне Ты надо. представься, скажи, как тебя зовут, может, там паспорт покажешь. Я Ну тебе зачем это все? расскажу. Ну Ну, зачем а тебе зачем мне тебе паспорт? что-то рассказывать, если... Вот, если я не знаю, кто ты. Вот я Александр Беспалый. Это мое настоящее имя и фамилия. Вот. А ты подсыкиваешь, наверное. Нет. Не, не подсыкиваешь. Нет, Вообще, не до вообще. тебя. Ну, не меня, просто скажи, Кого? что... Как тебя Кого? зовут? Ну зачем тебе мое имя? Я понял. Ну, я понял. Называй меня Фауст. Знаешь такого? Я Правда, это понял, я Фауст, да? знаю такого. Подожди одну секундочку, если хочешь Давай. еще пообщаться, чуть-чуть Ну только давай, давай. чайничек прикручу. Ну давай пообщаемся. А что, Ты ты знаешь, чайничек какие-то интересный фаусты ставишь? пошли трусливые. Нет, Фауст не был трусливым. Нет? Не, ну ты Нет. трусливый. Если ты фауст, то ты трусливый фауст. Думаешь? Ну, конечно. Ой, тебе лучше не знать, какой я трусливый. Я понял. А ты что заканчивал? У тебя есть высшее образование? Есть, конечно. В какой области? IT. IT? Да. Два в нулевой степени. Сколько будет? Один. Ну, видишь, уже видно харьковчанина, Но хоть что-то знает. это не один. Но это не IT. Ну, это не IT, но Но это, айтишник но это. должен знать, сколько будет 2 в нулевой степени. Ну а Согласись в со чем мной. здесь? Ну а в чем? Ну это понятно, но это не IT. Давай что-нибудь посложнее. Что такое Давай, нейронные давай. сети? Ты знаешь, что такое нейронные сети? Нейронные сети, ну, как тебе, ты чем отличается свитч от роутера, знаешь? Нет, вообще не знаю.
Ну, вот видишь. Ну, я просто не в этой теме, ну, честно тебе скажу. Вот, это примерно то же самое нейронные сети. То есть это сети, которые сами обучающиеся, сами собой. А пример можешь привести какой-нибудь нейронной сети? Ну, вот я сейчас... Ну, вот исторически первые какие были? Кто там что изобрел из нейронных сетей? Вот исторически первое. Нет, вот этого не могу. Не знаю. Исторически не знаю. Исторически не ну, знаю. Одна из самых первых сетей таких перцептрон Розенблата. Он учил эту штуку распознавать изображение. Ага. Ну и что получилось? Ну, что-то получилось, что-то не получилось. Ну, вряд ли получится. Не так просто все это. Разумеется, разумеется. Хотя сейчас, видишь, распознавание лиц, распознавание образов очень активно, значит, развивается, исследуется, все такое. Ну вот. Вот так вот. Такие дела. Такие дела. Может, не знаю, что ты еще хочешь сказать или спросить? Ну так рассказываю про свои изобретения-то. Смотри мой канал. То, что можно будет, мы покажем. А эта фигня, которая стреляет, которая у тебя на канале, она твоя, что ли? Ты... Еще, что значит моя? Я так, не понял. Ну, на канале у тебя, прежде чем на твоем канале, там, прежде чем ты появляешься, это как бы стоит старый броневик, стоит и куда-то стреляет. Да, да. Так что? Твое, что ли? Твое? Ну, я делал, да. Несколько раз ездил на фронт, монтировал это все. Ребята помогали. Я им, они мне. Ну, в общем, короче говоря, по-моему, 4 раза выезжал из Харькова. Вот тогда была возможность. И все это собирал. Собирали мы. В общем, очень классно. Ну, понятно. А что-нибудь такое серьезное индустрия производит? Ну, ты же харьковчанин, ты же лучше знаешь. Ну, а тракторостроительном заводе еще работает? Ты знаешь, делают? Не знаю, я не... не имею контактов с тракторным заводом. На ХТЗ никогда не ездил? Да? Нет, никогда не ездил. Мимо проезжал, бывало. А на сам ХТЗ у меня нет ни с ними ни контактов, ни связей, ничего нет. Ну, понятно. Ты осторожно поддерживай свою маску, а то она вдруг еще чуть-чуть посунется. И мы там увидим еще какие-то детали твоей внешности. А ты тогда усышься от страха. Нет, я не, поверь мне. Не усышься, мне, да? Мне, так пытаешься сказать, что я тебя боюсь. Ну, поверь мне. Не-не-не, я не говорю, что ты меня боишься. Ты лицо боишься показать. Ну, узнаешь лицо, испугаешься. Вообще спать не буду, ты знаешь? Ну, вот видишь. А зачем? А ты нам еще нужен будешь. А, я понял. Ну-ну. Ну-ну, давайте, ребята. Такие вот дела. Беспалый. Знакомьтесь. Александр беспалый. Викторович, кстати говоря. Беспалый. А ты в ХПИ не учился? Нет, в ХПИ не учился. Я же тебе говорю. Учился в военном училище ХВАУРЭ. Тогда Вот. Потом я отчислился оттуда с 4-го курса, а потом заканчивал уже диплом, получил ХИРЭ. РТ-факультет. А в каком ХИРЭ, как будто в году ты ХИРЭ заканчивал? В 94-м. А в училище военное в 86-м поступал. Не знал ты моего знакомого. Ну, мало ли, много ж там народа училось-то. Ну да. Но у нас айтишников много, между прочим, в Харькове. Кстати говоря, у нас много очень айтишников, которые разделяют мои взгляды. И, в общем, я думаю, что вы в меньшинстве. Вот эти вот ватные, вот такие вот, как ты, ватный айтишник. Вот, вас гораздо меньше, чем наших айтишников. Очень многие айтишники помогают нашим военным. Очень многие айтишники нас поддерживают, харьковские. Хотелось бы больше. Но даже если они не меня поддерживают, а поддерживают, так сказать, наших ребят на фронте, это очень классно. Респект айтишникам. Вот вы в меньшинстве. Ну, смотря как посмотреть. Если смотреть масштабы всей страны, то, наверное, думаю, вы в меньшинстве будете. Нет. Вы, харьковские айтишники, но... ватные, в подавляющем меньшинстве. Комедия.
Комедия, вот именно. Ты Кернесом доволен? Обожаю просто. Кернес – это мой кумир. Не, ну серьезно. Нет, ну конечно, ну слушай, ну ты что, смеешься что ли? Ну, ну смотри, все. Ну есть ли у тебя мозг после этого задавать такой вопрос? Ну город, смотри, все-таки стал чище. Да вообще, блин. А представь себе, какой бы он был, если бы Гепа не покупал бы землю в Германии. Прикинь, какой бы город был бы. А где он землю в Германии купил? Вот, ну, если захочешь, узнаешь где. Меркель когда-то спрашивала, говорит, а кто у вас такой Кернес? Что это он у нас тут землю покупает? Прикинь, как бы, какой бы Харьков был бы. Ты знаешь, где Меркель, а где Кернес? Послушай меня, я тебе сказал свою точку зрения. Ты хочешь со мной спорить на эту тему? Ну, я тебя поэтому спрашиваю, а где он землю покупает? Мне просто интересно, вот может, я съезжу. Меркель, поставлю. Ну, обратись к Гепе, спроси у Гепы. Ну, Меркель когда-то поднимала этот вопрос и спрашивала, когда с Януковичем общалась, спрашивала, погугли, узнаешь, и спрашивала про Кернеса. Понятно. Слушай, а ты думаешь, Меркель знает вообще, кто в Германии землю покупает? Вот ты знаешь, наверное, объемы Гепинова деятельности тогда были таковы, что даже до Меркель дошло уже. Ну, понятно. А хотя думаешь, нетипичная Меркель... ситуация. Я же тебе говорю, что ситуация нетипичная. Это знаешь, как собака укусила человека, а и человек укусил собаку. Вот. Ну, понятно. Где, ну, так слушай, сказать... Поверь мне, у Меркель есть люди, которые прекрасно знают, кто такой Кернес. И она уже Януковича не будет спрашивать, кто такой Кернес. Надо, может быть, это был риторический вопрос. Ну да, это, я не думаю, кажется? Что это придумано. Я думаю, что это кто-то придумал и запустил это все. Послушай, и... возможно, если ты так думаешь, я же разве против? Я знаю, что тебе нравится Кернес, и как у нас чистенько. Ну, вроде как бы. Ну, чисто или нет? Чисто. Но местами бывает грязно. Это везде так. Это сто пудов. И Гепа какой красивый. Какой хамелеон. Ну, это просто прелесть. Если завтра у нас высадятся марсиане, он тут же будет бегать и кричать, что он вообще, так сказать, всю жизнь за Марс был. Ну, ты что ж так же будешь делать? Ну, это ты по себе не суди, пожалуйста. Да, будет. Ну, конечно. Ты знаешь, вот в Харькове, когда немцы вошли, ну, вернее, когда уже Харьков второй раз отбили, то можно было уже просто полгорода взять и расстрелять нафиг. Или не весь, или не весь. А все сотрудничали с немцами. По разным причинам. Кто понятно, кто выжить хотел, кто по идейным соображениям, кто знал, кто понимал, что все равно, кто надеялся, что советская власть больше не придет. И, ну, все сотрудничали, так или иначе. Даже тот, кто был, он же приносил, он же работал, получал деньги, приносил какую-то пользу. Ну, кто, конечно, не был партизаном. Понятно, партизаны где-то да, тем. Вот. Так или иначе, они способствовали для восстановления города, для укрепления его экономической силы. Можно было расстреливать. Послушай меня, советская власть воспитала таких людей, которые были, так сказать, довольны и поддерживали любую сильную власть. Если люди чувствовали, что сила за немцами, они бы удерживали бы немцев. Если бы эти люди, воспитанные советской властью, советские люди, чувствовали бы силу за другого, там, я не знаю, за иранцами, вот, они бы иранцев бы поддерживали. Чувствовали силу бы за венграми, венгров бы поддерживали. Ну, а как ты думаешь, сейчас по-другому? К сожалению, большинство людей – это инертная масса. И ты это знаешь. И у нас в Харькове большинство людей, в любом обществе, и у нас в Харькове – это инертная масса. Которая при любой оккупации будет жить. Ну вот так вот. Я почему говорю, что вполне может быть, что ты также поддерживал бы марсиан. Так же, как Гепа. Понятно. Ну, видишь ли, в чем дело? Ты бы, это ж... Мы же говорим сейчас о том, что есть. Ну, правильно, потому что власть сейчас так или иначе остался в Украине.
Ты знаешь, в этом есть вот микроскопическая моя заслуга. Я не отсиживался тогда дома. Хотя очень мало сделал, честно тебе скажу. Вот ты участвовал в этой русской весне, с русской весне там, тогда в 14-м году весной. Русской весне? Да. Каким образом? Ну, я тебя спрашиваю, ты участвовал? Ну, каким образом я могу участвовать? Ну, откуда я знаю? Ты что, думаешь, ну, мало там бегало, так сказать, харьковчан? Ну, конечно, мало, но бегали харьковчане. Моторола засветился. Моторола что, харьковчане, что ли? Нет. Ну, вот видишь. Ну, вот видишь. Ну вот, то есть, ты не участвовал в этом, я правильно понял? Ты дома сидел? Трудно сказать. Я не в одноклассниках посты писал. Срался в одноклассниках. У меня нет аккаунта в одноклассниках. Я понял. Может, были. Хорошо, а что ты делал? Что ты делал? Ходил на работу, кушал, какал. Что ты делал? Лучше тебе не знать, что я делал. Я понял. Вот знаешь, я если... участвовал поверь мне, по мере своих скромных сил. Уже извини, раз за это дело дошло. Я участвовал в самообороне Харьковской. Помогал им. Каким образом? Ну, это тебя не должно волновать. Помогал им определенным образом. Что-то делал для них. Понятно. Видишь? А ты не сделал ничего. А тогда еще совершенно было непонятно, куда оно вырулит. Ты знаешь, вот из опыта я тебе могу сказать одно. Тот, кто громче всех кричит, я что-то делал, да я там такой, да я там этот, тот, по правилу, ничего не делал. А тот, кто сидит скромно и помалкивает, и улыбается. Вот тот вызывает интерес. Ты думаешь, что ты интерес вызываешь? Ну-ну. Нет, мне это не нужно. Не люблю популярности, не люблю сидеть перед камерами и вас троллить. Послушай меня, у меня тоже не было популярности, и меня очень мало кто знал до 18-го года. Я вынужден был выйти в публичную плоскость, потому что мне нужны были деньги, чтобы что-то сделать очень хорошее. Ну, пошел бы там на этот, как его называется, на Барбашова, заработал бы что-нибудь, больше, чем в Ютубе. Я понял. У меня уже к тому времени мои личные деньги закончились. Я тратил своих личных денег. Ну, пошел бы к Гебе, сказал, Геба, помоги. Да. Уже ходил. Вот. Ну, не ходил? Вот. Нет, не ходил. Меня... Ну, ладно, так сказать. Пошел бы там, как бы, напротив здания, где Ленин стоял, там, показывал на здание обкома, или что там было. Или к Фельдману обратился. Спасибо, великолепный совет. Очень классный. Да. И вот, да, от одного хамелеона Гепы к другому хамелеону Фельдману. Фельдман классный такой хамелеон. Вообще, хамелеоны хамелеонов. Слушай, а Фельдман чем тебе не нравится? Не-не-не, ничем. Просто вот кто действительно, так сказать, перекрашивается, переобувается в прыжке, вот это вот Фельдман. А что он такое сделал? Не, ничего, послушай. Я буду с тобой спорить на эту тему. Я тебе сказал свою мысль. Если ты считаешь, что, так сказать, Фельдман не этот самый в прыжке никогда не переобувался по 10 раз, еще не успев приземлиться, вот, то это твои проблемы. Ну, понятно. А как его Харьковские Березовки зовут, который построил гостиницу новую на площади Свободы? Как еще раз? Ну, такой, который построил гостиницу на площади Свободы. Как его зовут? Понятие. Ты знаешь, послушай меня, я не знаю. Если ты мне подскажешь, может быть, я вспомню. Я не помню, я забыл фамилию. Такая фамилия. Ну, еврей какой-то, но у меня фамилия такая польская. Сейчас я попробую вспомнить. Сейчас. Он ему еще стадион принадлежит новый. Я понял, о ком ты говоришь, но не суть. Угу. Ярославский, не может быть. Ярославский, точно. Ну, вот видишь. Ну, Ярославский, ну и что? Нет, не пробовал. Ну, понятно. Зеленским доволен? В восторге.
Ну зачем ты задаешь глупые вопросы? Ну вот скажи. Ну, скажи, пожалуйста. Ну тебе больше нечего. Вот. Нет, не недоволен Жириновским. Ну, ты же прекрасно это знаешь. Ну, по качану, потому что мы должны вроде как бы радоваться из-за того, что он еще нас окончательно не сдал. Вот это вот радость по этому поводу. Что это за фигня? А чем он сдает? Ну, подумай сам. Ну, скажи, ну, слушай, ну, ты все-таки, мне же интересно, может, ты ошибаешься. Ну, может, ты ошибаешься. Дело все в том, что Зеля бежит впереди паровоза договариваться с Путиным. А мама его не учила, и папа, что нельзя с Шулером договариваться. Ну, понятно. А какой выход из ситуации, вот твое мнение? Что нужно делать? Как? Развивать биотехнологии ров с крокодилами. Ну, это ну реально, серьезно. Ну, что... ну реально! Ну, понятно. И ты поможешь. Своим изобретением ты поможешь. Абсолютно. Ну, буду стараться. Сделаю там, я не знаю, что-нибудь интересное. Автоматическую щетку, которая будет гладить крокодила. Чтобы у него повышалось настроение. Вот. Смотри, во все времена это было. И был дан ответ, что делай то, что должен, а там будь что будет. И все. Вот. Помогать ребятам на фронте, делать какие-то классные вещи. Потом ты еще увидишь, когда будет возможность, что-то еще покажем интересное. Я вот серьезно тебе говорю, я вот вчера был на полигоне, нагулялся, надышался, пришел, спал как убитый. И сегодня я был, работал на полигоне. У нас очень хорошие результаты. Вот. Там один момент еще пока не получился, но это вспомогательная вещь, это не основное. Хотя тоже доработаем, доведем. Просто хотелось еще такую маленькую системку там дополнительно сделать. Но вот пока не дали добро, говорят, фигня пока получается. Но основа, вот то, что мы делаем, очень классно работает. И что будет делать? Будет ракета, делать. Что ли? Будет делать. Будет делать. А что именно? Придет время, покажем. Понятно. Смотри канал, все, что будет можно, покажем. Ну, буду смотреть как-нибудь. Ну, вот видишь, подписывайся, ставь лайки или дизлайки. Смотри. Ты много на Ютубе? На Ютубе вообще можешь что-то заработать или нет? Я специально по идейным соображениям, у меня нет монетизации на YouTube. То есть, когда люди, да, жертвуют деньги, вот сейчас, например, вот мне, я собираю деньги на эндопротез еще один маме, тазового этого самого сустава. Ну и что-то приходит? Ну да, мне помогают, очень классно. А государство не помогает, что ли? Государство выделяет в год 5 таких эндопротезов. Боюсь, что они уже все разошлись. У меня нету к ним доступа. Можно было бы к ГЕПе обратиться, но пока вот, так сказать, может быть потом, уже после операции, поможет он нам. А где операция будет? Пусть тебя это не волнует. Ну, в Харькове или... В Харькове. Ну да. Понимаю. Вот такие дела. Меня записывают сейчас? Ну, ясен перец. Ну, понятно. Так у нас ничего такого интересного. Да ну, это наши дела, господи. Я пока даже, так сказать, выкладывать не буду. Посмотрим. Ну да, но у нас ничего такого нету, видишь. Если бы что-нибудь придумать. А у тебя, кстати, есть программа изменения голоса или это твой настоящий голос? Нет, ты все равно не настоящий. Потому что когда голос переходит, например, он дигитализируется, ты должен знать, что, например, идет такая вещь, когда называется аптастинг. Вот, изменяется, конечно же, диалоговый сигнал.
Вот, приходит в дигитальное, потом переходит, потом компримируется, потому что, соответственно, ты не можешь такое количество информации передать. Вот. И тебя уже компримируется. Вот. И то, что слышишь, в любом случае, это не мой голос. Ну, все равно ж, так сказать, какие-то вещи твоего голоса все равно же остаются. Ну да. По узнаванию. Не, я просто спросил. То есть ты сейчас не используешь дополнительно каким-то образом, ты не модифицируешь голос? Нет, это не нужно совершенно. Это не нужно. Ну, слава богу. Я на всякий случай спросил. Понятно, понятно. Вот такие дела. Ну ладно, пойду я. Поди, сердешный, поди. Нехай счастить.